Приветствую вас на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня мы разберемся, где загруженные файлы в планшете Lenovo и как их найти. Ну, на самом деле нет ничего проще. Заходим на главную страницу, ну и в принципе нам нужно найти вот здесь среди стандартных программ гугловскую «Files», да, вот она. У меня она здесь, у вас она может быть где угодно, то есть полистайте вот так вот по рабочим столам, где-нибудь она обязательно будет. Выбираем ее, открываем. Дальше нужно выбрать внизу пункт «Просмотр». Это важно. Есть пункт «Очистка», есть пункт «Обмен», а нам нужен именно «Просмотр». Ну и дальше, собственно, вы уже догадались, вот они, скачанные файлы. И вот они, в общем, любое можно открыть, просмотреть, то есть все что угодно, тут и файлы, и архивы, да, и текстовые документы, ну я тут много чего качал для ребенка, да. Тем не менее, вот все это можно будет найти. Есть все, есть вот download, то есть загруженные только что. Соответственно, вы любой из них выбираете, просматриваете, можно удалить лишнее, если, допустим, вернуться перед этим. Очень часто эта папка забита, если она у вас, допустим, вы не знали, где она находится, никогда не открывали, тогда, скорее всего, у вас лишнего там полно. Выбираете пункт «Очистка», ну и, соответственно, вот здесь листаете вниз скачанные файлы. Можно открыть, да, здесь вот, таким вот образом. И все, и можно, допустим, выбрать ненужные вам файлы, ну, допустим, вот, или все выбрать, или по одному, несколько, да, выбрать. И нажать кнопочку, соответственно, удалить. Все, и прекрасно. И вы освобождаете, во-первых, место в своем планшете, а во-вторых, вы уже можете свободно со своими файлами обращаться. То есть то, что вам нужно, вы оставите, то, что вам не нужно, вы удалите. Ну и никаких проблем не будет. Я здесь показал это все на примере планшета Lenovo TBX606F, это Tab 10. Ну, в принципе, на которых вот система Android установлена, вот телефоны или планшеты, везде примерно все это также и работает. Если дополнительные вопросы возникли, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.